Друзья, приветствуем вас на канале Империя Инструмента. Всем привет. Сегодня с вами Сергей. И Антон. А как вы уже догадались, поговорим мы сегодня о цепных пилах от компании Штиль. Поговорим мы, естественно, об аккумуляторных, потому что именно за аккумулятором мы топим с Антоном постоянно. Постоянно, да. И доказываем вам, пытаемся, по крайней мере, доказать о том, что все-таки аккумуляторы вполне конкуренты с бензотехникой. Да, настало время аккумуляторов. Бензо уходит на второй план, и все это прекрасно понимают. Но сегодня коротко о новинке от компании Штиль, о новинке 2020 года. О ней я хотел давно видео снять, но что-то у нас не получалось. Ну, тут пандемия, все сложилось, одно на одно пошло. Вообще там полный был кошмар, да, такая мука. Ой, спасибо, что это все закончилось. МСА 220 из линейки АП. Что умеет? Умеет пилить дерево. Да ладно? Да, прям вообще вот так вот. Против нее мы поставим бывшего, скажем так, флагмана до 2020 года, МСА 200. Ну давай, по характеристикам. Ты запомнил характеристики своей пилы? Естественно. 2,9 килограмма. 2,9 килограмма без пильной гарнитуры и, соответственно, аккумулятора. Аналогично здесь. Да. Тоже без пильной гарнитуры. Скорость цепи 18,7. 23,3 увеличили скорость вращения ширина цепи. Паза 1,1. 1,3 ширина паза, уже более толстый зуб. Посерьезнее. Шаг 1,4. 1,4, а здесь 3/8, то есть более крупный зуб, соответственно, грубый и быстрый рез. Рез. Ну, быстрый рез, можно, соответственно. У меня здесь 72 звена. Ну иди пили ламинат, у меня здесь 55, но не здоровый. Зато у меня пил будет чище. Попробуем сделать по 3 реза, соответственно, я для начала возьму 220, Антон возьмет 200, по 3 реза сделаем на скорость, потом поменяемся для частоты эксперимента, поставили новые цепи, залили уже маслом, мы уже полностью готовы работать. Погнали. Смотрим. Ты долго молчать будешь? Раз, два, три. Я ее задушил, я ее задушил. Я ее задушил. Ты видел, я задохнулся. Ну, на самом деле, давай здесь сделаем небольшую ремарку, да. Что ты ее не задушил, а у нее сработала защита. Защита от дурака, да? Да, так называемая защита от дурака. Фу, у дурака. От дурака. Да, то есть это для того, чтобы вы не перегружали свою пилу. То есть, с одной стороны, это хорошо, да. С другой стороны, это плохо. Ну, хорошо, потому что продлит срок службы вашей пилы и аккумулятора, да. В том числе, да. В тандеме. Да, да. Так как у них количество циклов довольно высокое, ты от 1200 до 1500. Причем в сравнении это цистерна бензина, если работать с бензиновым инструментом. Да? Цистерна. С ума сойти. Вот. Давай меняем руки для объективности. Это надо аккуратненько, да, прям? Ну, она же педантичная пила. Не, она пилит шустро, прям очень шустро. Но вот меня загубило то, что я хочу надавить все время. Дай команду. Готовность. Раз. Два, три! Дали секунды, а? Дали секунды! Причем у меня раз закусило. Да? Да? А, ну да ладно, ты тоже все-таки приехал? Ну, слегка, я прям тоже решил ускориться, но слегка подзакусило. Не, ну тут можно сделать все-таки, да, акцент на то, что здесь все-таки 72 звена, и он тоньше, и аккумулятор самому, электромотору легче как-никак работает. Ну, шину протягивает, да, то есть Ньютона ему под... Один зуб срезает меньше, но он это делает вот так активно. Как на машине колеса маленькие, большие. Типа, да. Давайте сделаем что-нибудь интересное. Давайте мы аккумуляторные штиля выставим против бенза штиля. Классная идея. Погнали. Газы за цепной. Так, значит, что мы сейчас будем делать? Будем пилить мы на время. Возьмем... Сережа будет легендарный МС-180. Легенда. Это идеал пилостроения. Я не знаю, как это еще назвать. Все ее знают, даже не будем про нее рассказывать. Про нее все это знают, все пишут, калашников. Все говорят. Да. Вот. А я, соответственно, попробую создать ему конкуренцию двумя аккумуляторными. И 200, и 220. Поставим таймер, чтобы было наглядно видно, кто все-таки быстрее, да, из этих агрегатов распилит. Ну, погнали. Душить не буду. Буду душить аккуратненько прям, работать. Да, все. Не душим, все по-честному. Так. Тем более они у меня защитные. Мое любимое занятие, а? Давай. Ты когда заведешься там, нет? Я уже завелся. Смотри! Все вообще элементарно! Поехали, давай! Давай!
Давай еще раз. Это чувство техники в руках, оно непередаваемо. Куда ты так? Разорвался. Да, сейчас за нами бредут. Давай. А тоже таймер. Ой. Готов? Смотри, маленькая такая шустрая, да, вот это вот. Это прям шустрый, прям такой, вот это вот классненько. Она мне нравится. Она прям, она таким, да. Не, вот это должна сделать быстрее. Кстати, у нас тут 4 брусика, если... Ну, двадцатка в совокупности, да, получается. В совокупке двадцатка, да. Таймер. Ну, хорошо же, хорошо. Хорошо, хорошо. Смотри, как приятная стружка такая, прям вообще шикарная. Да? И хочется подметить то, что у нас здесь... Как ты сказал, это дерево называется? Пихта? Пихта. Я не помню. Нет, это не пихта, как сказал продавец, лиственница. Лиственница, да. Давай подведем итог. Ну, итог, что касается теста бенза против аккумулятора, вы увидите на экранах, но мне кажется, что все-таки тут... Да, ответ очевиден. Аккумулятор все-таки уже... Ну, делает их, если вот так вот прям откровенно, да? Делает, Серега. Я еще возьму в расчет, понимаю, о том, да, что... Скажете, возьми что-нибудь помой, помощнее, что-то взял 180-ю. Да не хочу брать мощнее, 180-ю все покупают. Поэтому мы и сравниваем с ней. Да. Вот. А что касается 200, вот ты побелил двумя, 220-200. Давай быстро, коротко. Коротко? Ну, мне кайфовее работает 200. Легче, да? Она легче. Она легче за счет пыльной гарнитуры. Да, то есть у нее хоть в скорости ниже, но есть смысл продавать 220-ю или давай акцент делать на 200-й? Не знаю, это, мне кажется, дело вкуса. Да? Здесь такое прям, ну, нельзя однозначно, господа, мнение будет субъективно. Вот. Скажем так, выбирайте сами, не слушайте никого. А нам поставьте лайк. Просто за труды. Не забывайте поставить колокольчик, прокомментировать, что вы вообще, в принципе, об этом думаете. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Не прощаемся, мы говорим до свидания. Пока.